Генерал Пен, мы всю ночь едим мясо, пока вы терпите пытки. Вы уж нас простите. Измена карается смертью. Я решился на измену и не боюсь умереть. Хочешь убить меня? Так убей. Хозяин, масло для генерала готово. Если не хочешь говорить, то молчи. До последнего вздоха. Лин Буи. Сумасшедший, остановись! Довольно? Лин Буи, ты в своем уме? Пэн Кунь заключенный императора. Сам его допрашивать не можешь. Император доверил ему Шоу Чунь, возлагая большие надежды. Но из алчности генерал поднял мятеж. Это предательство. Цяньнянь считал его своим братом, поэтому доверял. Но за свою доброту генерал Пен убил его. Это подлость. Для него чужды мораль и преданность. Но ты его защищаешь? Это ты сошел с ума. В стране есть законы. Даже Пен Кунь может умереть. Только по решению императора. Я... заберу Пэн Куни в министерство. Генерал Лин, ты всю ночь его допрашивал. Это уже нарушение. Надеюсь, больше ты не нарушишь закон. Не усложнишь мне жизнь и не опозоришь императора. А если я... настаю на его допросе? Ты сделаешь это только через мой труп. Я не ожидал, что ты из тех, кто блюдет правила и законы. Мне все равно, жив Пэн Кунь или нет. Но вот твое безрассудство обязательно приведет к беде. Ты скоро женишься на Чан Шаошан. Советую быть благоразумным. Не давай врагам повода критиковать себя. Продолжишь приносить ей беды, и я буду не против занять твое место. Император, жена Пэн Куня плачет, стоя на коленях во дворце Чанцю. Мы должны проявить сочувствие, ведь она беременна. Это все вина Лина Буи. Цензор, вы будете винить генерала в чужом выкидыше? Похоже, вам нечем заняться. Если бы Лин Буи не применял пытки для получения признания по ложным обвинениям, разве императора сейчас бы критиковали? Предлагаете нежно применять наказание? Господин Зо, думаете, расследование и война – то же самое, что работа вашего ведомства? Думаете, разговорами можно заставить предателя признаться? Брат, господин Зо не об этом. Господин Зо, Цзэшен стремится наказать предателя. Похоже, между вами недопонимание. Виновный есть виновный, а невиновный есть невиновный, и никак иначе. Брат, и наказания виновного и невиновного разные. Закончили болтать? Чан Шаошан, твое поведение возмутительно. Ваше Величество, я невиновна. Как бы я ни была обижена, но беременна бы не навредила. Она продолжала оправдывать генерала Пэна и оскорблять генерала Лина. Я не могла. Я не могла стерпеть, поэтому сунула ей в рот платок. Платок, говоришь? Это же явно был носок. Откуда вам знать, какие у меня носки? Ты возмутительно. Не забывай, где мы. Даже если Лин Буи твой жених, как смеешь так говорить? С чиновником императора. Не то чтобы не может. Ей это не нужно. Потому что ее жених сам может оскорбить чиновника императорского двора.
Господин Цзо, думаю, вы не усвоили урок. Как смеете опять обижать мою невесту? Лин Буи, не перегибай палку. Вы защищаете предателя Пэнкуня. Это вы перегибаете палку. Когда это я его защищал? Он хотел захватить трон и поднял мятеж, и будет наказан по закону. Но генерал Лин схватил его и проводил личный допрос, не пуская чиновников Министерства наказаний. Это нарушение закона. Пэнкунь замешан не только в измене. Он связан с падением города Гу. О чем ты? Пэнкунь в отчаянии, потому что господин Юэ в темнице. Пэнкунь понимает, что ему не скрыть правду о падении города Гу и смерти Цаняня. Он тогда был помощником генерала. Сам бы не решился на убийство. Тот влиятельный вдохновил его. Ван Лин мне сказала, что Пэнкунь долгие годы переписывается с кем-то из столицы. Этот человек, тайно связанный с Пэнкунем, похоже, является виновным в падении города Гу. Пэнкуню угрожают, поэтому он решился на мятеж. Генерал Лин поместил его в темницу военного лагеря, чтобы выяснить имя этого человека, чиновник Цзо. Что в этом плохого? Несмотря на это, Пэнкунь должен быть передан министерству. Цзэшэн заинтересованная сторона. Он не может вести расследование. Именно потому, что я заинтересован, я и должен расследовать это дело. Чтобы принести утешение погибшим города Гу. Раз это связано с городом Гу, пускай Цзэшэн и министерство сотрудничают. Третий принц. Будь внимателен. Никаких признаний под пытками. Да. Ваше Величество, Ван Лин сказала, что Пэнкунь не признается, потому что боится за семью. Если вы пощадите Ван Лин и ее ребенка, она сходит в темницу и уговорит Пэнкуня. Ребенок невиновен, а я не правитель-тиран. Если Пэнкунь готов признаться, я пощажу его жену и нерожденного ребенка. Спасибо, Ваше Величество. Ваше Высочество. Министр Чен Ян, что вы хотели? У меня к вам просьба. Можем поговорить наедине? Шаошан. Шаошан. Что тебе сказала Ван Лин? Она сказала, чтобы господин Юэ раскрыл себя. Ты наблюдал, как он сговорился с Лян Ся, чтобы убить Лян Шана и подставить наследного принца. Это так? Господин Юэ подстрекал Вэн Сю к чеканке монет. И ты давно знал об этом. Но императору говорить ты не собирался. Как и останавливать ее? Лучше пускай император разочаруется в наследнике, чем ты поможешь принцу. Это так? Ты наказал госпожу Вэн Сю. Я думала, что это из-за меня. И цензора ты не ради меня унизил. Ты сделал это, чтобы раздуть инцидент с пятой принцессой и заставить господина Юэ начать действовать. Я права? Все говорят, что ты все это сделал ради меня. Но кто мог подумать, что я лишь прикрытие? Не хочу, чтобы меня считали приносящей несчастье. Ты закончила?
Теперь послушай меня. Наследник бездействует. Чиновники считают его глупым и недостойным. Если он ошибается, его еще больше критикуют. Наследник всегда прислушивается к Ван Чуню и наставнику Лоу. А эти двое, один некомпетентный развратник, а второй лицемерная тряпка. Если так продолжится, наследник наделает еще больше ошибок, а его положение усугубится. Разве с бесполезными чиновниками мы построим Великую Империю? Значит, ты и правда стоял за всем этим? Шаошан, не пойми неправильно. Я этого и не делаю. Но я хочу знать правду. Хочу знать, что ты за человек. Как ты мог быть таким хладнокровным перед императором и наследником, когда все это замышлял? Все наказанные мной получили по заслугам. Я действовал разумно, но все, что я делал для тебя, я делал от чистого сердца. Я хочу понять тебя. Хочу узнать, что за человек, с которым я буду делить постель и растить детей? Скоро мы поженимся. Но я тебя совсем не знаю. Цзишэн, я спрошу еще раз. Есть еще что-то, о чем ты мне не рассказал? Скажи. И я поверю. На самом деле я... Генерал Лин! Генерал Лин, наследный принц зовет вас. Хочу посмотреть, как ты отнесешься к братской любви принца. Цзишэн. Наследный принц, Цзишэн. Господин Чин Ян — редкий гость, и вы не часто видитесь. Может, пообедаете вместе? Принц. Император поручил расследовать мне дело Пэн Куня. У меня много работы. Если у вас ничего важного, я пойду. Цзишэн, не торопись. Цзишэн. После твоего возвращения ты так ни разу и не навестил меня. Совсем скоро твоя свадьба. И мне есть что тебе... сказать. Не позволишь? Цзишэн, твой отец хочет просто пообедать с тобой. Вы же семья. Почему ты такой жестокий? Цзишэн, дело Пэн Куня для тебя так важно, что ты не можешь уделить время еде и сну? Почему ты так переживаешь? За мое расследование. Зачем тебе задерживать меня? Я просто беспокоюсь за тебя.
Не хочу, чтобы ты губил свое здоровье из-за расследования, вот и все. Можешь не продолжать говорить эту бессмыслицу. У меня нет времени и желания терпеть твое притворство. Все свои уловки оставь своей супруге. Цзэшэн! Простите, но я не смог вам помочь. Ничего. Я привык. Привык. Супруга Пэн Куни намеревалась навестить его по приказу императора. Хотела уговорить признаться, она не ожидала обнаружить Пэн Куни мертвым, прибыв в темницу. Лекарь выяснил причину смерти. Лекарь сказал, он умер от приступа астмы. Ван Лин подтвердила, что у него была астма. Задыхался от пыльцы. Болезнь давняя. Пэн Кунь один сидел в темнице. Стражники не заметили, как начался приступ, поэтому его не удалось спасти. Это наказание. Пэн Кунь убил Цяняня, из-за чего пал город Гу. И была убита семья твоего дяди. Он заслуживает большего, чем такой легкой смерти. Цзэшэн, знаю, тебя не забыть о случившемся в городе Гу, но Пэн Кунь мертв. И ты, наконец, можешь быть спокоен. А как женишься на Шаошан, начнешь новую жизнь. Не тревожься больше ни о чем. Это же ты! Ты его убил! Цзэшэн, успокойся! Это случайность. Лин И... Таверна Ван. Господин! Господин, исчезни! Господин Ливень, я сказал, исчезни!
Я побуду с тобой. Цзишэн. В этом мире есть настолько сложные вещи, которые тебе не сделать, а другим и подавно. Все говорят, что я, Лин Буи, могу все, но я ничего не могу. Совсем ничего. Шаошан. Только закрою глаза. Они все смотрят на меня. Они все в крови. И они повторяют лишь одно. Почему? Почему не отомстил за нас? Почему не отомстил за нас? Я не должен был выжить. Я ждал 10 с лишним лет. Терпел 10 с лишним лет. Но в итоге... В итоге все пропало. Нет. Не пропало. Есть другой путь. Его нет. Нет другого пути. Я все перепробовал. Что смог придумать? Больше способов нет. Расскажи мне. Все расскажи. Я разделю твое бремя. Я же твоя невеста. Мы должны всем делиться. Сейчас я в тупике. Шаошан. Выхода нет. Ты всегда будешь со мной? Несмотря ни на что, я всегда буду рядом, что бы ни случилось, я всегда поддержу тебя. Шаошан. На самом деле... Я не... Хозяин! 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 Беда! Беда! Ваша матушка, она умирает! Здесь. Ты сорвал мне цветок абрикоса? Сейчас сорву. Твои любимые цветы. Я буду приносить столько, сколько попросишь.
Юань. Было бы хорошо. Выйди я тогда за тебя замуж. Я была дурой. Глупой. Надо было стать твоей супругой. Выйди я за тебя. Для меня бы все не закончилось таким образом. Юань. Прости меня. Подойди. Не забывай о нашей мести. Обещаю. Я никогда не забуду. Я обязательно отомщу. Хорошо. Цзяньхуа. Не волнуйся. Ты всю ночь не спал. Поешь успокаивающий суп. Может, приляжешь, чтобы были силы на похоронах? Я знал, что этот день настанет. Человеческая жизнь. К
как жизнь растений. Смерть, естественно. Рано или поздно люди расстаются. Хотя смерть и неизбежна. Но пока мы помним, будь душа в раю или еще где-то, нас с ней не разлучить. Думаешь, так и есть? Цзишэн, что ты хотел вчера сказать? Цзишэн, что бы ты ни сказал, не важно, что это. Я не остановлю тебя. Знаю, падение города Гу — это заноза в твоем сердце. И я знаю, что все твои жертвы ради семьи Хо. Встреть я тебя раньше, я бы разделила с тобой твое бремя. Ты бы не проходил один через все страдания. Раз Пэн Кунь мертв, значит, и дело города Гу можно забыть. Ты наконец-то можешь закончить свою месть. Но прежде чем мы поженимся, я надеюсь, ты мне доверишься. Шаошан, если однажды я сделаю то, что потрясет мир, твои чувства ко мне не переменятся? Здесь, рядом с гробом твоей мамы, я готова поклясться. Духи предков, станьте свидетелями. Я, Чан Шашан, клянусь, что я и Лин Буи никогда не разлюбим друг друга. Если он не оставит меня, я не оставлю его. Клянусь, я никогда не пожалею об этом. Цзишэн, закрепим клятву укусами. Осмелишься? Отныне мы связаны. Боль свяжет наши сердца. Я спрошу еще раз. Тебе есть что мне сказать?
Если кто-то обидел твою семью, и ты знаешь, кто это, но по закону его не наказать. Что будешь делать? Если обидит мою семью, я обязательно отомщу. Обидчик заплатит в тысячекратном размере. Несмотря ни на что, я всегда буду рядом. Что бы ни случилось, я всегда поддержу тебя. Нет. Негодяй! Хватило наглости прийти сюда? Проваливай! Здесь тебя не рады! Господин Цуй, о вас, Цзюньхуа, ходит множество неприятных слухов. Если не пустите нас, не боитесь, что вас еще больше раскритикуют? Ты бессовестная и порочная женщина! Не смей наговаривать на Цзюньхуа! Считаешь, что все такие же прелюбодеи, как ты? Дорогой! Что привело Чен Яня в похоронный зал моей матушки? Я пришел попрощаться с ней. Почему он бьет людей? Бью людей? Это ты у нас бьешь людей! Цзишэн. Через 7 дней твоему отцу 50 лет. Он устроит дома банкет. Все члены семьи Лин уже прибыли в столицу. Мы пришли позвать тебя и твою матушку на этот праздник. Мы не знали, что Цзюньхуа скончалась и покинула нас. Забудь о пире. Цзюньхуа умерла. Неправильно устраивать. Сейчас праздник. Но все члены семьи Лин в городе. Мы не можем их отослать. Раз все уже подготовили, не отменяйте пир. На твое день рождения я принесу подарок от маминого имени. Я буду рад, если ты придешь. Прихожу приготовить твои любимые блюда. Знаю, тебе сейчас грустно. Но смерть — это не конец. Ты должен беречь свое здоровье.